Перед нами лежало два ящика. Я, конечно, поверю в удачу. В левом будет лежать настоящее, что так часто немного значит. В правом будет коварное прошлое. Вроде быстро прошло, но все снится. И в него выбираем так часто с головой до конца погрузиться. Мы могли бы стать точно богаче, развивать свои сильные стороны, становясь на мгновение старше, удивляться текущему, новому. Каждый день выбираем свой ящик. И надеемся, жизнь станет ярче. Но ныряем в коварное прошлое. Так при чем же тогда здесь удача?